Начните свой рабочий день с подготовки нагревателя для полотенец. Откройте его, достаньте корзину и включите. Следите за тем, чтобы ваш нагреватель всегда был сух и чист. Возьмите чистое сырое полотенце, сложите его два раза пополам поперек. Затем положите его вдоль, таким образом, чтобы шов находился справа от вас. Сложите его еще раз пополам и плотно скрутите. Далее установите корзину в раковину и облейте горячей водой. Повторите эту процедуру несколько раз для того, чтобы вода могла несколько раз пройти сверху вниз через полотенце. Для ароматизации полотенец используйте эфирные масла. Возьмите чистую воду и одну бутылочку эфирного масла. Добавьте несколько капель. Взболтайте бутылку и обильно облейте ваши полотенца. Отожмите полотенца, но таким образом, чтобы в них осталось немного воды. Затем установите корзину непосредственно в камеру нагревателя. Также в работе нам необходима горячая пена. Включите пеногенератор. Возьмите колбу для воды. Налейте в нее горячей воды ровно наполовину. Возьмите любой крем для бритья и выдавите в колбу несколько сантиметров крема. Закройте колбу крышкой и интенсивно взболтайте до полного растворения крема. Снимите крышку, установите колбу в нагревательный элемент. Закройте дозатором. Дайте отстояться пене 5 минут. Пеногенератор готов к работе. Это был Central Barbershop и школа барберов CBS Technology. Подписывайтесь на наш канал, а также следите за новостями в нашем инстаграме.